Доброе утро, с вами Виктор Дулин. 4 октября, декабря 2022 года. И вот так вот я бездельничаю дома. Два монитора. Вот там еще полутораметровый экран. Вот здесь термос с чаем. Вот тут подготовлен завтрак. Клубничка, витаминная смесь, сыр, каша пока в микроволновой печи. Ну и ноги кверху. Заряжаю пока гарнитуру. Занимаюсь на этом ноутбуке, ну а второй ноутбук транслирует подруге очередной сериал. Вот второй день. Вчера только отвез Тару, освободил машину для солнечных панелей гибких. Вон они стоят. И поеду только завтра на дачу в понедельник. А сегодня будем опять весь день кушать, есть. Короче, чего угодничество. Весь день опять будет, как вчера.